забирай трусы и поставишь все это в трусы. А ты хентама ему привязал, да? Да, ну ты пока что сайз в лавейде, еще пока не привязал, прибежу. А, ну, этот, сайз укапывает, если что. Короче, ставьте в каф, там кого-то нужно досмонить. Да, пересаживайся. Или я неправильно понял? Что еще раз? Сайз на ханта. Ну, он хотел на ханте. Напуливать на пинаколаду ромб и крест, правильно? Да. Подождите, пока я... Все, это за полчаса еще в рейде. Будет каждые полчаса теперь. Нахождение. Так, теперь вернемся к этому. Будем все врываться в череп. В череп. Санька, забери огонь. Майлик, забери тьму. По команде нажмете мастер аур. Также, Санька, скорее всего, тебе придется не нажимай крылья, потому что Ацесса, я думаю, не кинет. Накинешь, если что, в подавана. Капту по моей команде, и Войт тоже отдашь. И Войт тоже отдашь по команде зубы подавана. Все бурсим в череп, играем тупо по черепу. Убиваем череп, и потом играем в звездочку. Ставлю рыбу. А кто третий там? Будем. Третьего танка Литва. Нет. Два танка. И дайте столик. Да, Сань, я могу короля взять, подержать в фортпале. Да не надо, не надо, не надо, не надо. Не вдвоем удержат, они одеты оба. Стопрохильте их. Все. Ебаните столик. Сейчас поставлю. Походу я отъеду, да? Накрывать. Постараюсь не отъезжать. Так, столик. Теперь по СС-ам притон закастуй на подавана. Бавка на пинаколаду. Чернобыль на хики закастуй. Все, готовность на пол будем запускать. Два там. Собирались. Кто-то в диск зашел. Готовность на пол. Все, готовы, добавим пол и будем начинать. Все остальные на пол и закидывайте рога один, у нас закидывает подавана. Череп, ромб на пульте, подавану прокильте его. Что, Геру дали, буревестник. Нажми мастер аур на огонь, Санька. Геру. Геру, буревестник, дай. Заберись. Не, ну это минус я понял. Он, походу, вылетел. Хилит? А не, хилит. Буревестник, ты здесь? Дай Геру, Паша. Закинь зубы в подавана. И нажми мастер аур на тьму. Ромб заберите на пульте. Ромб не трогайте никто. Не, ну это минус ИП по-любому. Минус ИП. Паша. Ну все. Пустили ситуацию. Ты не спел, сейчас с магией хорошо. Ладно. Потом забери короля подаван просто. Уведи от пинаковады. Пинаковаду сейчас оверкильте, а уже подавана не хватит. Не. Сейчас забери подаван короля, уведи его там, где обычно его держат. Играйте все в киглера пока что, чтобы он не откидывал потом. Нажми П, книжку заклинания, и просто через книгу нажми. Найди Геру и просто нажми через книгу.
Слышишь? Как хорошо, что на стандартной панели играешь и ничего не багается. Стандартно играю и доволен, значит. Это тоже самое. Перзам. Все хорошо, никогда не улетают никакие макросы. ДМ. Николада, тебя очень сильно шли. Воу, замуть, пожалуйста, сам. Чтоб потом включай, когда. Либо поставь просто на кнопку, Воу. Первый даст дизар Маздай. Потом. Так, у нас хики второй. Также можете себя из баунт нажать, когда он крутится, он начинает. Давай пин на колладу, пин. Жезлом, блядь. Как команд? Там бриз какой-то стоит жезлом, блядь. Да я знаю, командов нет. И Войт Спирит, он стреляет. Дизарм продлите. Все, уже не работает дизарм. Потому что берса. Но, тут берса. Не уводи, он просто берсу включил, поэтому не работает. Дизаром. Да, включается Берса. Ну, меня. Давайте. Надо отойти. Так. Полминуты буквально. Так, иди сюда, чистите трек. Сейчас. Не разобрался, как скидывать добычу. Где я помогу? Ребят. Сань. Да. Список обновления. Там, судя по всему, добавили такой же квест, как на X3. И, скорее всего, там, возможно, нужен груль магик. Если не против, послетаю, просто гляну. Может, там да. За груля зачтется. Еженедельку. Дайте кулак под декатом. Вот то, что ли, ты имеешь в виду? Возможно. Сацуна, вернись назад, пожалуйста. Сейчас. Меня тут еще протребовал немножко. Нет, забрался на дома. Иди возьми лут. Я тебе скину тебя. А, я в бою участвую. Не скидывай, низки. Не скидывай, мне часто бьют. Давай я заберу. Так, второй скин. Ты в бою. Если квест добавили, то все слетаем, возьмем по очереди. Сейчас посмотрю.
Смотри, да, слетай. А кому его добавили? Нет уже этой Сируса Лири. А что это за квест ежедневно? Что делать надо? Это от 6 вечера же написано. А, от 6, да, да. А что делать нужно будет? Типа охоты что-то? Да, охота. Короче, дрочь очередной, да? Так. Забрал кто-нибудь вот, Саня? Не забрал, да, я забрал. Да, это походу только для X2, типа, апнули их. Это на X4. Босса. А, в смысле, если ты сейчас про босса... Начислил то... за босса, начислил за босса, так, Санька, кинь на ролл, на ЕПш, вот. Сейчас. Надо смотреть, как тебе вон закидывать. Косты бы позбивать пристам, блядь. Ты по левому сбивай маздай, правому ДКшник любой. Левый кастанул сейчас. Шлем, ЕПшки, стартовая цена 1000 ЕП, если кому-то надо. Так, никому не надо, на дис оставляй себе, сами тут заводи. Скини еще раз, пожалуйста, меня не было, скини еще раз. А через объявление... Там шлем тебе кожаный не надо. Кочужный. Через... Видел, сколько там мешочек это дает? 30 жетонов. Или. Это на выбор. Да, ну на выбор. Ну там рандомно, походу, просто подают. Это на выбор. Да, на выбор. Сань, кидай следующий лут через ор. Через ор только. Сделай релог. Перезайди. Смотри. Не нажим... Ну, в принципе, можешь исправить даже персонажа ради Геры, чисто нажмешь. Давай. Этот, Сань, через ор. Сейчас я закину. Глаза разуйте, вы в чат посмотрите. Это не 1000 стоит, если 100, ребята. Это стартовая цена 4000. Ну? Ставьте. Бери лихаря. Нету столько. Нету людей. У Чернобыля, Чернобыля притона столько есть, у пиноколады столько есть. Тебе на мейн пиноколада? Да, у него есть. Ну, фух. На лоф тогда на мейн против... Из тех, кого нет в ЕП. Из тех, у кого ЕП нет. Нет, не рольте. Из тех, у кого не хватает ЕП на мейн, можете написать тоже количество ЕП, если кому-то надо. Я запомню. Нет, 4000 ставите. И, Рома, у тебя же не мейн. А потом я вам вычту еще то количество, когда будет столько ЕП. Ставка 4500 уже была. Это моя и была. Короче, кредит. Пинок. Так Вова же не на мейн, не на мейн тролль. Типа нельзя, так, ну, выкидывать же, мы не будем сейчас пробовать. Этот, нормально на СДК, на самом Вова, серьезно. Тебе этот, на мейн надо или нет? У тебя же есть на мейн. Все, бухой ему отдавай. Здесь не ро, у тебя есть main spec. Ты на main spec ЕПшек в начале. Когда не нужно на main spec никому, можешь ЕПшить на оф. Народ запутался. Че за нахер? Че за ролл? А вот говоря, стартовая цена шмотки все равно. Стартовая цена будет выше на 500, потому что один хуй кто-то сразу пишет. То есть, а если никто не пишет, короче, все равно, короче, плюс 500 нужно прибавлять к любой шмотке, да, грубо говоря. Вот я ДК понял. Нет, на разные шмот, разные стартовая цена там прописаны. Там в потом бисовые тринки повыходят, все будут по 100к, блядь, ставить. Не переживай, это начало.
Короче, ставлю еще одну рыбу. Танчат у нас пиноколада подаван. Геру исправил ты, буревестник. Долго мы здесь. Все, хорошо. Метку вам. Меликов поставил. Метку бегаете все за печенькой. Мой танк будет подаван. На первое на пол него. Второй будет пиноколада. Просто вторым по огру будет пиноколада. Дальше. Острогой. Надо бойчика засумонить. Для начала. Слабость хил не уменьшает. Ну, 12 хп на притяжке его юбнуть, если не разбегутся. Ничего страшного станет. Да, Войд, кинешь ему этот, в первую очередь, щит и зубы закинешь буревестника на притяжке. А ты, главное, разбегись и не сдохнет. Также айсбаунд на каждую притяжку. На первую давай подаван, на вторую пиноколаду, на третью опять подаван, если будет третья, на четвертую пиноколаду. Милики все бегают всегда за печенькой, будет два вида коста. Притяжка, на притяжку все должны будут рейндж 10 метров набрать. И гречка. Гречка падает, сразу же убегаете. РДшники, милики всегда бегайте за печенькой. Готовность на пол, будем учить. Сразу Инту закинул. Пристабаф дайте еще. Сайс. Сейчас ноги будут. Еще? Ноги сейчас упадут. Да, будет прикольно. Все, все готовы? Будем запускать. Считаю до 5 и пуляем. 5, 4, 3, 2, 1. Ты что так было, Саша? Пуляй. Сань, ты кому отдал Т4? Пиноколаде или... Бухому мастеру. Удар земли будет сейчас, через 8 секунд. Приготовились ранжу набирать. Гречки разбежались. Дай зубы по буревестнику сейчас, когда он притянет. И защиту его обязательно. Айсбаунд нажми, ДКшка. Так, Void Spirit упал. Катька, дай по Void БР и дай Вайгеру. Просто первые рейды, ребят. Дайте вам. Сорян, дайте по Войду полностью ребаф. Пристабаф, каску закиньте ему, МП5, я инту тебе забафу. Поэтому немножко долго, сорян. Ты сам учусь, как что делать. Подоном этим не разобрался еще, пацан. Удар земли через 30 секунд. Вот после удара земли и не сало закастуешь гимн ману. Приготовились разбегаться. Второй ДКшка айсбаунд нажми. Ренджу набрали. По буревестнику кто-нибудь каплю закинь, Сунька, ты давай. На другой стороне.
А, кто-нибудь один. Так, Монкин. Поднять его уже никем. Сегодня не буду давать минуса, а так будет чисто. Там есть всякие такие сваки минуса получают. Я бы смерть. Вот какие-то вопросы были, можете, в принципе, сейчас спросить, если такой босс упал и убить. Если несколько персонажей, ЕП можно зачислять только на одного? ЕП будет зачисляться на одного, там написано в правилах. У кого звание есть ветерана, может заходить на других персонажей. Когда, ну, вот типа такого босса, можете заходить. Но мод вы будете ролить только в том случае, если никому не нужно будет на мейн, ну ЕП, если никому не нужно будет на мейн и на офспеке. А ИП будет идти тебе на основного персонажа. Если ты на твине. Что-то еще? Но этот его все равно особо не побыть, потому что это распространяется только на рейды на первые. То есть если мы будем ходить два раза Грульмаги, да. Два раза вы не будете получать один раз на твина, один раз на основу. Да, 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 да. То есть у нас один основной рейд есть. То есть вы можете пойти один раз. Там уже решаете сами, кем пойдете. То есть, если там полный вагон, то такого брать не будем. Вина. Айсбаунд тоже нажмите. Хорошо, другой тогда вопрос. Второй рейд тоже по ИП будет? Ну, по ИП, то есть. Второй рейд, и не факт, что вообще будет получаться груз магии. Но если будет, там какими-то винами, там по рову просто пойдем. Ну, просто по рову. Кстати, второй рейд, если собирается. Миленький, ну, пока нет большого количества персонажей, скажем так, людей, чтобы собирать несколько рейдов, делить. У нас вот только набралось 25 человек, да и то большинство из них еще не одеты. Там для ИВК то. Там кого бил? Блять, так, я прослушал. Типа, если много перцев, все можно на один сливать или что, я не понял. Или не канает? Десятью персами будешь ходить, одним персонажем будешь ходить, значения не имеет. ЕП получать все равно будешь только на одного персонажа. И одевать ты будешь только... Сань, ты давай... А тогда проще другим персонажем либо с пугами ходить, либо вообще не ходить. Вот то-то и оно. Ну, типа, грубо, вот у меня есть другой перс, он с другой гильдии просто и все. Да, причем здесь, если здесь тебе для 25-ок нужен мейн будет только... Будет контент открываться, и в любом случае нужно 25 тел именно мейн. Если будет второй статик делаться, только в том случае ты можешь роль персонажа во второй статик, но и то не знаю, как ты будешь это успевать делать, понимаешь? Я понял. Ну, у меня вот один первый идея, все равно. Пиздец, прыгнул неудачно. Можешь несколько. Че, говоришь, можешь несколько? Но я хэпало делаю. Так как бы хэпал всегда нужен. Все, глухой мастер, я тебя отнял, минус 4000, у тебя сейчас 727 осталось. Также, ребят, вначале я вас почему спрашивал, какой мейн-спек, чтобы записать, чтобы понимать, кто на какой мейн-спек ролит. Вы, может, это не до конца все поняли, поэтому сейчас у некоторых будет возможность поменять это дело, ну, то есть написать, какой именно сейчас мейн-спек. Я лут забираю, да? Да, забери вот сейчас, мы его тоже заипашим. Что? На кого ты 4 упало, что-то просмотрел. Ладина скинули. В смысле, самому можно сейчас подписать ему, а не нельзя.
Ну, типа, сегодня, я так понял, все своих мейнов подписывают, и все, а дальше не... А я не могу в тех заметках ничего писать, не могу спеть. А это где надо писать? Себя в заметке что надо писать? Я одним персонажем вообще играю тут. Ничего не надо писать тогда. Нет. Я тебе написал заметки. Там те, у кого звание повыше, где они будут писать заметки. Мне нужно спек писать свой, или просто, если у меня один перс, то нахуй. Мейн спек. Да, ну ФДК и все, надо написать. А, ну все тогда, понятно. Инвалидный ФДК. Все, Санька, ты забрал вот? Да. Хорошо. Сейчас мне нужно просто разобраться будет с этим. Как? Да, варка, капец. Не парьте. На мой инспект. Так, у нас один друид. Дружка. И, ну, я думаю, ей не надо. Мункин на офспект нужно? Не парьте. Половину цены. 500 за 500. Кому-то надо это говно на офспек. Сань, тогда на диса ставишь. Так, дальше топор будет. Топор 2500 будет стартовая. Топор 2500 стартовая. А, это вот, то есть 2500 старт, он пишет плюс, да, и то есть он 2500 дает, грубо говоря. Все, то есть есть стартовый. Рома. Есть минималка 2500. Типа ты можешь... Есть минималка, а ты можешь больше поставить и забрать. Это я понял, я не тупой. Я к тому, что просто кто-то ебанул, помню, ты говоришь, токен, уже 4500 кто-то написал. Я думаю, что, четверки не начиналось, видимо, кто-то пропустил четверку. А он, видишь, плюс поставил, знаешь, ну, если, смотри, если бы четверку никто не поставил... то он бы забрал бы за четверку, то есть по минималке, если с ним никто не пошел. Ну, понял, короче, стартовая всегда идет плюс, и потом уже по 500, я понял. Смотри, он может кинуть шмотку. Плюс он просто так поставил. Ты можешь со старта 3000 поставить, какая разница. Да, но минималка есть просто. И вот замены, когда замены, они там как типа идут? Половину, там целое, там что там еще? КД ловишь, потом ЕП лутаешь, или что делаешь? Потом, ладно. Потом, ладно. Так, задай еще раз конкретный вопрос, я что-то не понял твоего вопроса. Когда на замене сидишь? Короче, кто-то ставку, подожди пока. Ставку кто-то перебивает 2500. Угу. Здесь оно никому не надо. Не надо, все, тогда забирай за 2500. Ты будешь, Рома, этого персонажа мейнить? Или какого? Не, я буду полом. Да конхера ты тебе. А она никому не нужна. ЕП мне без разницы. Я знаю, как эта система работает. Я смогу одеться. Забираю то, что нужно. Когда всем это будет уже не нужно. А дальше я у тебя с мейна списываю тогда. 2500. Хорошо, кидай токен, Санька. На ЕПшку. Стартовая цена 4000. Не плюс, а стартовая цена 4000. Пиши 4000. Перебивает тот став. Так вот, топор под Ивану на лофспек нужен. Тогда от Цеста. 4500. 500 минимум. У меня больше нет. Я забираю. А тебе, стой, на хапало-то зачем Т4, Цесса? На хапало-то Т4 не особо-то и надо. У тебя же мейн. Так он хапал. Ну. Не вот собирается Т4 на хапало. Каем сразу сокет, чтобы не было вопросов. Смотри, на лов можно, но есть люди, которые ролят на мейн. Вначале. Вначале приоритет мейн-спек. Мейн-спек у джипорки этот... Ретрик. Пошли бить трэш.
Пошли бить трэш мозда и сядешь на правого моба. Так, а я не помню. ДКшка подала налево, пиноклады в центр центрального. Так, и подаван, тебе надо на офспек к топор Грона. Топоре уже подаван. Сзади стоит. Блячин. А чё раньше не говорил? Всё, ладно, так, не спись, ты ставишь. Подаван, ну, там представь, потом выпадет этот самый, как его, приговора тебе хватать не будет. Как же ты быстренький-то топовый. Так, тихо. Тогда Нигер выпадет еще одна. Две приги. Так. Топовая бижутерия, не забывай. Так, я кому что надо, я не понял. Давай, джипорки. За 4К. Вот. Брога такой написал, а мне можно и 28 тысяч ебо сидит. Красавчик. О, что у него есть? Это не советы, кстати, были. Броги 26-я шмотка обоссанная. Это подготовка почвы, короче, для одевания персонажа. Чтоб никто ничего не забирал, а все копили на тринки. Это тактика и ПГП. А я хотел второй кусочек. Ну, оно реально ж так работает, сами ж в курсе. Рома, стоп. Так, ты мутик по мейну, а он ретрик. Мутику не нужны, но штаны по мейну. Сань, ну если у меня 4 кусков, почему бы нет? Типа, у него 4 куска будет, да? Я не знаю, Рога, что ты сидишь, у тебя 28 тысяч ИП. Ты уже отдал джипорки? Да. Блин, а я уже не узнал, ребят. Вариантами. Кстати, вот эта система работает, помнишь, вчера что обсуждалось? Ну все, проебал ты, Рога, нах. Бля, проспал. На будущее, ребята, кто проебался, тот проебался, блядь, вы не понимаете, это все должно быстро делаться, блядь, ну, хочешь, не хочешь, ты должен заранее идти в рейд, знать это, ну, потом сидеть, тебя ждать никто не будет, проебался, проебался, все. Так работает, блядь. Смотри, начнем с того, что просто первый раз, поэтому только до хера времени уходит на эту фигню. В том, что это будет быстрее. Вставай, бухой мастер. Так же. Херня по майну, не на майну, уже типа не работает. Это только на консоли. Типа нужно, берешь, кидаешь ЕП. Нужны штаны, не нужны штаны. Работает. Не смысл. Работает, работает. Ну, в смысле, прочитайте правила так. В Дискорде. Бля, я вот просто тоже всех же просил прочитать правила в Дискорде. Это первый момент. Второй момент. Давайте сейчас РТ проведем, потому что я половину времени ее трачу, но вам какие-то рассказывают, что как что происходит. Вы все сказали, что вас не устраивают. Сейчас проведем РТ, потом спросите все, что хотите. Что же столько времени потратить? Да, пиноклады есть. Пек ДД. Прыгни в ДД. Сейчас присоедините 4 человека на куб. Так. Макдай. Поза свакает на кубе минус 2500 ИП сразу. Еще один человек на куб. Еще один человек.
Давайте, принесуйте быстрее. Чего вы тупите, блин? Я просанул. Хорошо. Сейчас расставляю метки и будем запускать. Все, посмотрите, кто на какой метке стоит. Зайдите все внутрь, ставлю рыбу, будем запускать. Пихнили звездочку трусы, звездочка печенька, Войд похилишь трусы Ром и там Ацеса, Асока Катана, Луну и всех остальных. Да, и дебаф. 10 секунд релогнусь. Давай, кушай рыбу. По СС-ам бавка, давай, Войд Спирита. Притон. По Асока Тана закинь и Чернобыль по Мункину закинь. Да, Санька, забери первый. Забери защиту. Ты. И нажмешь мастера ауру. Также первый бомжей закусывает Женек, второй бухой мастер. Готовность на пол будем запускать. Слишком долго мы хуйня. Друиды, вы можете дать баф? Вот эти раз прошу. Дайте лапку, дайте лапку, пожалуйста. Все, все готовы. ДБМ пул. 5, 4, 3, 2. Погнали, дай. Так, блять, по кастам печеньки маздай сбей. Кастуй бомжей, не назначил тут, как кастует. Вон бежит дальний моб, сбивай. Женек, ты, я собью одному. Нажми Айзмон. Подаван. Санька, нажми защиту. Мастер аур. А уешьте тебе. Закастуй, Роман. Бомжей тоже. Когда ты сказал, не назначил, я их сразу кастанул. Хорошо, молодец. Каждому близку еще объясняешь. Успеваешь, не пора. Все, кубисты стоят возле кубов, не заходят на кубы, по команде заходят и прожимают. Все возьмите в цель босса, танчик будет подаван, на пулы в него первые, дальше можешь долго закидывать в топ ДПСера, Сацуны на кубе стоит, вон в бафку закидывай. Дальше. На 30% будет падать потолок, смотрите, свои прижимочки нажмете. Прижмете системки по центру, после этого никто не бегает. Геру тоже дадите по команде. Если кто-то сдохнет из кубов, говорите сразу метку, а не я сдох. Чтоб вас прикрыли. Сейчас сдох. Ну, мало ли. Например, Луна сдохла. Да. Еще лучше Луна на замену. Замените Луну, блядь. Да не надо. Так. Кто там печенька? Тимур, иди на куб. Не надо бить босса. Иди точно прожми лучше. Хватит тут урона, так урон. Хватает у них. А можно чуть-чуть повернуть босса, чтобы он куб не закрывал? Разверни его немножко в твою сторону, влево, вправо. Влево. Все нормально, нормально. Ну, вообще ему вправо надо было подать. Вот так. А, да, ему влево, блин. Надо право. Сейчас, сорян. Все-таки право. Пытка сферы 20 секунд. Приготовились.
4 секунды зашли на платформу, приготовились. Ржали кубы. Держим пока. Постиливаем мозда и определенно Сайма. Все хорошо. Сошли из кубов. Через 28 секунд к убийству. Десять секунд приготовились. Зашли на платформу, ждем. Зашли, прожали. Держим. Прохил определенно. Хитсуны. Маздая. Хорошо. А Маик 25 когда пойдем? Я планировал сегодня перед ВК-10 быстро сделать, но, видимо, это не получится сделать, потому что... Хотя посмотрим сейчас. Может, ВК просто принести? Типа, люди есть? Да, ладно. Да, может, в принципе, сейчас соберем и посмотрим. Сейчас. Потом и ВК, если... Потому что на ВК много людей не подойдут, я так понимаю. Ну как, немного? Но все равно 400... Я планировал с Андрюхой два рейда сделать. Кубы через 15 секунд приготовить. Есть. Варенье. Через 5. Зашли, прожали. Хорошо. На 30% будет падать потолок. Смотрите, там таймер сбивается после потолка. Поэтому будьте наготове к убийству. Также может кинуть то почти сразу. Это будет прожим. Сейчас будет подтолки, прижали стенки. Айсбаунд прожмет штыка. Кубисты, будьте наготове, прохильте кубиста. Сейчас может откидывать, и после откидки почти сразу кубы будет. Зашли, прожали. Прожали. Повезло. Дали Геру, буревестник. Хорошо. Все, убивайте. Вот. Гера там встал. Может, не видно, понял. Смотрят сами. У вас Гера хоть не стало. Да, конечно. Фейс таймер. Нет, он у меня это Хэмовский показывает. Приготовились кубисты после откидки на место стали, ждете.
Убивайте босса. Сражали кубы. Близко. Танька, забирай. Мешок может не спинуть. Ага. А сумку я же смогу... А, нет, давай сумку сразу. Нужна она кому-нибудь, нет? Окей. Сумку просто порыльте, сумку. Сумка властителя преисподней сейчас. Типа она обычно как алкашная, бесполезная. Рольте ее. Роман так не работает. Будешь такой фигней заниматься? Да я шуткую. Ты же не кинул. Ойр, видишь, выше стоит. Главное вовремя успеть шуткануть. Тимур отдал. Голова еще надо голову. Сами голову линкани. Она же... Как это? По ИП тоже, наверное. По ИП, да, по ИП. 1000 стартовая. Далее, что, какой инст? А что за голову вообще дают? Кольца. Что-что? Кольца. Голова. А, кольца. А какой там левел? 245, да? 245. Ренессанс 1000. Вон Ренессанс 1000 поставил. Перебивайте его, став. Забери остальное у тебя. 1500 от Цеса. Дальше. 2000 Ренессанс. Че, дальше идем куда-нибудь? 2,5 Притон. 3 Цеса. 3,5 Ренессанс. 5 от Цеса. 5,5 Притон. Танька, забрал весь остальной лут? Нет, сейчас забираю. 5,5 Притон, забери остальной лут, и я сейчас и Притон спешу 5,5 Притон, да? Да. А вы к 25 нужна проходка, нет? Помнит кто? Нет. Бабочка. Тогда я на паладина пошел. Так, и... Все, все забрал. Летите вы к 25-ку. Че, Саня, я тогда на паладина потопал? Я прослушал немножко остальные вещи. Потом, да? Сейчас будем лететь раз с ебашки. Заходите.